Теплицы из поликарбоната. Долговечные, удобные в установке, хорошо поддерживают микроклимат, не нуждаются в демонтаже на зиму. В комплекте крепеж, двери, фурнитура и форточки для проветривания. Предоставляем помощь в монтаже. Все модели и размеры на сайте agro-teplica.by. Звоните. Клуб «Юный журналист» Мозырского центра творчества детей и молодежи – это не только про подготовку учащихся к написанию статей для газеты. Сюда ребята приходят ради теплой, дружной атмосферы, интереснейших экскурсий, конкурсов и проектов. По словам руководителя кружка Татьяны Андреевской, здесь ребята учатся писать материалы ярко, красочно, эмоционально. Они ищут свой стиль, свои оригинальные приемы. А для этого многие события, о которых идет речь в тексте, нужно пережить лично. Так о чем же пишут юные журналисты? О проблемах, о мечтах и целях, о планах и достижениях. Пишет уже не одно поколение, вот уже 20 лет. 20 лет – это ни много и ни мало. За это время 18 учащихся стали профессионалами в этой сфере. Было написано около 500 материалов, и 100 ребят уже успели отметиться на страницах СМИ. Конечно, основное их количество в районной газете «Житё Полесья». Юными журналистами за этот период завоевано более 100 наград районного, областного и республиканского уровня. И сейчас мы на торжественном празднике, где вспоминали историю клуба, где говорили много теплых слов, а после сюрприз – большой вкусный торт. Кстати, праздник этот посетили особые гости – те, кто был в числе первых, когда этот клуб только начал свою работу. Радостью горело желанием ходить, посещать кружок на тот момент. И когда в прошлом году мы собрались на встречу членов клуба «Юный журналист», меня тоже пригласили, я была просто приятно удивлена, что клуб существует, и не просто существует, а достойно, что столько ребят посещает. И, конечно, эмоции самые теплые, воспоминания самые нежные. И есть много разных моментов, которые вспоминаем уже сегодня с улыбкой. Юбилей – повод вспомнить историю, подвести итоги и наметить планы на будущее. А еще поздравить друг друга, спеть песни, а еще вот так, тепло, дружно, где-то даже по-семейному провести немного времени вместе. Екатерина Горбачева, Ян Михаленя, телеканал «Мозырь».